Юрій Стильський. Народився 17 серпня 1976 року в Бресті у родині робочих. В школі відрізнявся поганою поведінкою. Але до дитячої кімнати міліції справа не дійшла. Прізвисько Кеша отримав після дитячого фільму «Кешка та його друзі». В юності перебував під впливом творчості Віктора Цоя та гурту «Кіно». Отримав спеціальність «Різбяра по дереву». Добре малював, але закохався у гітару. В 1998 році став на чолі панк-гурту «Дай дорогу», дебют якого відбувся 25 червня в кіноклубі «Воздух». Сьогодні композиції команди є не форматом для телебачення і радіо Білорусі. «Дай дорогу» натомість бере участь у численних фестивалях, успішно гастролює, в тому числі і в Україні. Стильський час від часу вдається до сольних акустичних виступів і продовжує малювати. Входить у десятку найбільш цікавих холостяків білоруської рок-тусовки. Живе у Бресті, в масандрі будинку 19 століття. Вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова, і сьогодні в мене в гостях пан Юрій Стильський. Маємо сказати «панк» Юрій Стильський привет, сьогодні, привет, да? Привіт, привіт. Вас називають коли-небудь «пан»? Пан? Пан Юрій. У мене є карта поляка, мій папа – настоящий пан. А ви? І, звісно, як-то передалось немножечко мені. Угу. То есть можно к вам обращаться, да, пан Юрий? Стильский. Пан Стильский. Да. Хорошо. Ну, сегодня мы переименовываем и программу, и обращение, потому что мы сегодня панки топановые и панк Юрий. Пускай будет, как хотите. Да? Угу. Юра Стильский, музыкант, лидер белорусской группы «Дай дорогу». Правильно? Все верно. Все верно. Правильно. Все верно. Пан Юрий. Угу. Панк Юрий. Вы действительно панк? Или это Википедия придумала? Нет, но мы играем панк-рок. Как бы я когда-то очень сильно панковал, вел такой протестный образ жизни, а сейчас немножко поугомонился. Да и болты там у нас хорошенечко в Беларуси закручены, поэтому как-то так все у нас уже, можно сказать, немножко прибито. Умеренно. Да, поэтому свободы у нас там не очень много, и как-то там не назовешь так, что вот у нас так все анархически. Угу. Далеко не так. Вы говорите, в юности панковал, то есть был ирокез, все атрибуты, ой, да, или все, другое? Все, да, все как надо. Я от гопников получал, и, то есть отвечал за панк-рок. Это закалило? Ну, я не знаю, возможно, как-то... Ну, какие-то там звезды мне там, присваивали, друзья, там какие-то слухи ходили, а так, чтобы там, как-то я там внутри там ощущал какую-то закалку. У меня был свой образ жизни, и мне было насрать там, кто что думает. Такой дерзкий был в детстве уже? Да нет, я особо дерзкий не был, но вел такой неудовлетворительный, скажем, образ, и моя мама частенько на собраниях краснела за меня. Ну и как-то там неуды постоянно в дневнике. В общем, как-то шухарил. В детской комнате милиции? Не. Не довелось. Моя мама как-то так, все так сглажено было. И я чудом уворачивался от этих ситуаций. Но помню, забирала она как-то меня с милиции и говорила мне: карантин, по тебе сохнет. Кто ваши родители? Мама. Всю жизнь проработала на Бэмзе, у нас такой брестский электромеханический завод. А папа тоже обычный рабочий. Вот. И... Но они такие довольно музыкальные. Сестра вот у меня родная на фортепиано прожужжала мне все уши, молодые. Вот. Мой двоюродный брат скрипач. Тоже пиликал. Двое двоюродных братьев моих скрипачи, да. То есть у мамы сестра, и вот у сестры двое сыновей, получается, мои племянники, они скрипачи. Ну, в общем, у нас такая музыкальная семья. Можно семейный ансамбль. А мама поет как бы только на кухне под радио, вот. Но слух есть, очень красиво поет. А вы в детстве учились играть на чем-то? Ну, только на гитаре. Сам для себя или ходили? Да, потому что мне хватало фортепиано, то есть сестра как начинала... Я уже уши закрывал, там эти постоянные гаммы, ну, чтобы научиться играть, там и соседи вешались, ну, я в том же числе, и тогда, я, правда, сейчас немножко жалею, что я как бы не втянулся, сейчас бы владел бы хорошо, ну, мне не тяжело, как бы,
так сказать, наверстать, но вот в то время я упустил фортепиано, но влюбился в гитару. А что слушали в подростковом возрасте? Потому что, скорее всего, вот этот образ жизни укрепился, развился, наверное, начался, наверное. Modern Talking очень был сильно модный. И Асмолов, какой-то Блатняк там. Что, не такой. Сектор Газа? Сектор Газа уже чуть попозже, но что-то мне казалось, что они какие-то немножко колхозные, что-то я уже так тогда как будто бы окультурился, и мне что-то не очень нравилось. Но многие хиты очень даже закатывали, но не был фанатом. Кино? Вот Цой повлиял, да. Очень сильно, кстати, повлиял. Я знал все его песни. И до сих пор, если припомнить, могу вспомнить одну, ну, практически любую. То есть от какого-то самого подпольного черного альбома, там, где они с Башлачевым на кухне еще играли, до последнего наизусть. И mm-hmm. все аккорды знал. У меня было 5 значков, я был суперфэн. Закончили школу, и что? Не сразу же... Пошел в строительное, закончил там... научился резать по дереву, ну, то есть там был художественный класс. Тоже как Цой, кстати. Он же тоже резчик по дереву. Да? Да, серьезно. Я не помню. Я знаю, что он на кочегарке очень хорошенечко. Ну, это да, но он еще и заканчивал вот это вот прикладное искусство, как раз вот, резьба возможно, по дереву. Вот, возможно, как-то мне там что-то переплелось. Ну, и, в общем-то, ну, сейчас это все как-то не востребовано. То есть такие станки, на кнопку нажал, вот тебе панно. Ну, а раньше как-то... Ну, моторику разработали, я как бы благодарен, что вот... Ну, я знаю, что вы сейчас еще рисуете, вы художник. Я все детство прорисовал, еще до гитары как бы... Мне было очень интересно, но мама говорила, куда тебя в художку? Ну, это я сейчас так начинаю думать о том, что вовремя меня не определили там. Вот, может быть, сейчас уже и навыки были другие. Говорили бы мы сейчас о другом. Ну, параллельно можем еще поговорить об искусстве. Вот. Но как бы я вот все детство прорисовал, потом влюбился в гитару, понял, что музыка, ну, как-то она больше мне по духу. Но и в то же время я не... То есть во всех моих конспектах, там, где я пишу там свои песни, я обязательно иллюстрация какая-нибудь сбоку, там, ну, то есть подстать песня. Ну, сейчас могли бы стать тату-мастером модным. Набивал я татухи, сам себе вот этот вот портак завалил. Как ой, бы, а что и... там? Это эхо 90-х, ну, как бы, такая красиво. Довольно толковая. Красиво, похоже у на меня такая, гуцульские и... мотивы, и тени забытых предков. И у Дэйва Грола такая. А, то есть... Он посмотрел у меня точно такое. Вы ему набивали? Да, это барабанщик группы Nirvana, Foo Fighters теперешний. Да. Нет, я ему не набивал, но он, видимо, у меня подсмотрел, да, и себе такую навалил. Только у него на плече. Ну да, чем-то же надо отличаться. Молодец. То вас перепутать могут еще, да. Окей, то есть и это было, и тату было, да? Но да, гитара вот тут, победила. А вот тут вот самая древняя вот эта вот мышка. Боже, вот летящая. Мышка? Да, это мы всем двором били, короче, это еще такие, такой древний способ. Берется 4 спички, между ними иголочкой, так тык-тык-тык, таким древним индейским это методом. Это же больно. Так машинка еще сильнее, больнее. Серьезно? Ну и, в общем, у нас такой двор был, как бы, и вот это, типа, у нас был такой клан. А первую гитару помните свою? Акустику, которую я купил за 15 рублей у своего друга, потом батя ему сказал, верни, потому что выгоню из хаты, и пришлось ему вернуть эту гитару, и он мне отдал 15 рублей. Это было дорого в это времена? Моя первая гитара, это... на которой я кузнеца валил. Это дорого было? 15 рублей, ну вот, допустим, как сейчас, баксов 50, может, ну, 30, вот прилично, так. Да, прилично. Ну, гитара была нормальная. Вот, но она была отца. Черниговского завода. Она была отца, ну, скорее всего, ну, может быть, она была друга, но отец ему купил ее и сказал, ты что, псих какой-то. В общем, вернул ее назад. А потом посмотрел объявление, по-моему, какое-то из рук в руки и купил уже гитару. Ленинградка такая была, очень хорошая гитара, ленинградские гитары. Ну, в то время, не знаю, как сейчас, как бы пользовались очень сильной популярностью, спросом, и говорили, ленинградская, это бомба просто. И потом мы в лесу где-то напились водки, и я ее потерял. Настоящие панки. А почему вы Кеша? Был такой фильм когда-то в древности. Кешка и его друзья. Он там собирал картинг. И я тоже собирал когда-то картинг. Свой. Раму пилил, ходил на стройки, трубы воровал. Обращался к каким-то там паяльщикам, этим сварщикам. Они мне
сваривали, я там схемы какие-то рисовал, оставалось только мотор купить. И параллельно, короче, запустили фильм, назывался «Кешка и его друзья». А когда показывают какой-то интересный фильм, все обычно разбегаются по домам, потом приходят назад, обсуждают. В толпу, и такой: «Кешка, это ж Кешка». Это с сих пор, с детства? Не, сейчас уже давным-давно усохло, но... Но ну вот в интернете еще гуляет, вот, ну, там где-то Юра Кеша-Стырский, да. Ну, меня то называют только такие вот знакомые, которые со мной росли там до, не знаю, там до 20-летнего возраста. Угу. Вот. То есть я практически уже с вами тут расту с 20-летнего возраста. Почему «Дать дорогу» вот родилось именно в 90-е, насколько я понимаю, да, в конце 90-х? Это, ну, что-то было каким-то там, я не знаю, взрывом, для какая-то почва появилась? Или просто то, что делали во дворе для себя, оно требовало какого-то уже выхода, развития, не знаю? Дело в том, что еще до «Дай дорогу» у нас был проект, ну, точнее, не у меня, там, у моего друга, гортоп. Я в этом гортопе играл на соло-гитаре. Угу. Вот. На какой-то там форманте, такая гитара советская. Мне тогда было очень сильное желание у меня было, чтобы, ну, хоть где-то там, чтобы как-то там вписаться, потому что, ну, мое желание переполняло все мои возможности. Это бред, конечно, но это факт, что мне хотелось, и я не знал даже, как оно получится, но я знал, что я буду. По-украински говорят: так крутить, аж горить. Да, горело так, что вообще пылало просто, аж дымилось. Вот, и я тогда, у меня еще не было гитары, я себе уже примочку купил. Ну, такая перегруз. На кнопку нажимаешь, и я начинаю этот рев такой дикий стоять. И вот я купил уже примочку, когда у меня не было гитары, потом у меня... Очень было сильное примочка желание. Была, а гитары не было. Было сильное желание сделать свою гитару. Но я знал, что у нас есть в Бресте такой мастер, Витя Крюгер. И я мечтал просто попасть к нему в подмастерье, чтобы он вместе со мной сделал гитару. И, в общем, я до такой степени мечтал, что я как-то с ним познакомился. И он говорит: приходи. Я ему приносил мешки с картошкой, там какие-то сливки по дороге рвал, потому что ему нечего было хавать. И мы вместе с ним сделали мою первую гитару. Слушайте, можно записывать истории из Советского Союза на самом деле? Это, да? Прикольно, это, да. Или, ну, это уже и у него были очень золотые руки, там он с какашки мог сделать пулю, у него была своя рулетка, он такой был, ну, человек очень творческий. Кулибин. Да, очень-очень творческий. И там какие-то... И что самое интересное, что у него был полный хаос дома. У него тараканы ползали, вот знаете, такая лампочка, которая на прищепке, там из двух, как бы, кронштейнов таких, и подвижные, такие пружинки. И, в общем, на этой лампочке таким сильным, такой гроздью просто ползали тараканы. И он их не прогонял. Хорошо. И он мог писать, еще говорил: я хочу книжку написать, типа «Жизнь тараканов». Он знал, как они спариваются, когда там у них этот помет, когда там, ну, что-то, в общем, очень творческий, интересный чел. А у вас... Мне было так прикольно с ним. И когда я к нему приходил, мы занимались с ним конкретно вот творчеством таким. Вас притягивает к таким людям необычным, насколько они вот я все могу... друг друга притягиваются. То есть художники к художникам, музыканты к музыкантам. Тараканы к тараканам. Ну, как бы да. И вот мы так с ним, с этими тараканами, как-то так было интересно. И вот тогда он меня как-то так еще вдохновлял, что... Вот, мол, есть возможности, и вот, пожалуйста, бери и делай. Ну, как бы я тогда не думал о том, что там, что будет впереди. Я знал, что вот моя гитара, сейчас я возьму, сыграю. И на слуху было такое выражение: дай дорогу. Вот мы сидим, классно, блин, вообще, дай дорогу. Вот дай дорогу, да. И это все называлось «Дай дорогу» у нас. И долго, ну, не стали думать под названием. Ну, как символ свободы — «Дай дорогу», да, там, освободи путь на самом деле. Ну, да? Как-то ты так. Свободен, ну, то есть не «Дай дорожку», да, наркоманская, а вот оно «Дай дорогу». Хотя предлагают, типа... «Дай дорожку»? Да, говорят, мол... Какие же вы панки, да, надо типа, «Дай как дорожку». Назвался, ну, давай, я такой, да вы психи, что ли? Ну, вы понимали, что это не хлеб вообще, вот музыка? Или вы об этом не думали? Ну, так как я был, ну, то есть... как это сказать, на поруках у мамы, то есть она меня содержала, там траливали, как бы за хату я не платил, естественно, то есть никакая коммуналка меня не касалась абсолютно, вот. У меня был полный ветер в голове, то есть у меня было такое утро, я там просыпался,
шел к своему другу, мы там что-нибудь там сидели, телек смотрели или там или еще что-то, потом на пляж, потом там где-то какого-то пива попить, где-то накуриться, ну, короче, какой-то такой бред, такой юношеский. И то есть как-то бесцельно просто время улетало, ну и в то же время вот эти все песни, которые как бы уложились в первый, там, во второй альбом, они просто рождались сами по себе, и это был просто как прикол такой. Вот. Но я знал, что это как будто бы востребовано, что это понравится моим друзьям, ну и не только даже каким-то там хейтерам, обязательно их порвет, ну и все. И как бы... Ну вы даже в довольно свежих своих интервью говорите, что вы не придаете прям какого-то там, ну, большого культурного веса тому, что вы делаете. Вы пишете для друзей о том, что с вами происходит, то, что всем понятно, вам понятно, им понятно. Это до сих пор так вот все? Ну... Или это лукавство все-таки? Не-не. Может быть, сейчас это уже немножко как бы тяжелее передать, потому что раньше за таким... каким-то таким эхом какой-то свободы и беззаботности, а сейчас уже типа мне нужно думать о каких-то заботах, вот как-то получается конструктор стал уже такой взрослым, стал, да, какой-то, Юра? Да, он такой прям, и многие от меня зависят, я не один, это раньше я бы мог, допустим, хочу играю, хочу нет, вообще по барабану, алло, мама, суп, и она такая, Юрка, давай, жги там, лишь бы ты был сытый, и все. Ну, как любая мать там любит своего сына, и там, ну, так же, чем бы он не занимался. Ну, конечно, говорила, что вот, мол, типа, а не мешало бы там тебе на работу пойти или еще куда-нибудь. Я говорю, вот-вот, сейчас. Ну, и как-то, и не нагрел особо, как бы у меня есть какой-то предел там и совесть, и все, ну, то есть какие-то понятия человеческие. Сейчас музыка – это работа? Да, а сейчас получается, что как бы от меня многое зависит. Я не один, у нас там целая бригада, ну и как-то нужно уже так, типа, немножко репу чесать. И что, можно прокормиться даже в Беларуси музыкой? Ну да, то есть к нам приходят люди на концерт, мы пишем только дату и все. В Беларуси много концертов ваших? А мы уже даже ограничиваем их, нам не стоит так часто. Но вообще вот сейчас, допустим, я катаю акустику, это совсем другая программа. Это такая подача, песня в зародыше. Вот такие, как они изначально там придумывались под гитару, без такой аранжировки, то есть голый скелет. И это прикольно. И я там общаюсь с народом, несу им какую-то пургу, там, как эти песни придумывались, как я себя чувствовал. Там, у вас большая аудитория, у вас аншлаги везде. В Днепре так точно. Не знаю, как там в других городах. В Днепре вас любят, вы на фестивалях у нас тут бываете, бывали, да. И когда говорят, приезжают, дай дорогу, все-таки вау, ну супер, да. Вот что привлекает людей вот в вашем творчестве? Как вы думаете? Не как знаю, вам мне кажется? Кажется, просто близко к народу. Мне нет во лбу звезды такой, что я там, вот смотрите, там такой крутой, я самый простой. То есть даже если кто-то ко мне подходит, там, сфоткаться, там, автограф, я никогда не таращу, там, какие-то глаза по 5 копеек. Конечно, давай мне, наоборот, человеку сделать приятное, ну, в кайф. А кто в Беларуси сейчас звезда номер один? Да нет у нас никаких звезд. То есть я в них, по крайней мере, не верю. Может, поп-звезда какая-то есть, вот мега? Солодуха, какая-нибудь. Алла Пугачева белорусского разлива. Григорьевич только есть. Да? Хорошо, то есть раньше у меня были какие-то кумиры, да, я там мог сказать, там, ну, наверное, там та или та личность, а сейчас очи-то у меня стерлись. То есть вы сейчас не следите за тем, что происходит там в... Ну, что-то попадается, но я не могу так сказать, что однозначно. Типа, вот раньше были Верасы, Песняры, да, мы же помним все это. Ну, все прошло это время, да. То есть ничего подобного не возникает, да, такого уровня? Ну, как-то я не верю в это все. Все как-то так очень сомнительно. Вяленько. Давайте зародыша какого-нибудь. Исполним? Ну. Ну, я, да, по этому поводу взял гитару, возможно, кого-то удивлю. Да? Гитарой? Я думаю, нет. Исполнением. Ну, как бы, может быть, вдохновлю. Давайте. Исполню песню. Так, сейчас я тут поправлю, чтобы оно там не трещало у меня. Вот так. Которая...
была навеяна духом свободы. Вот мы тогда как раз с Михалком, с Сергеем. Вот один из самых талантливых, как бы, я считаю, исполнителей в Беларуси. Правда, я не знаю, где он сейчас, по-моему, в Минске или в Украине живет. В Киеве. В Киеве, да. Но родом оттуда. И как бы тот проект, который очень сильно рвал, вот Ляпис Трубецкой именно, вот как один из наилепших. И вот тогда я прочувствовал всю эту какую-то волну, его такую, такую зажигательную, революционную. И на фоне этого родилась такая песня, и мы, кстати, вместе с ней, с ним ее записали. Будем мечтать теперь только о жизни счастливой. Деньги выкидывать будем с балконов красиво. Нету теперь никаких паспортов, нету медкарт, значит нету глистов. Боли нет, нету работы и нету рабов. Боли нет, нету работы и нету рабов. Тем, кто мечтал полетать, дарим легкие крылья. Каждый угрюмый теперь хохотать будет сильно. Нет травматизма и нету быков, нету контуженных, нету ментов. Боли нет, нету работы и нету рабов. Боли нет, нету работы и нету рабов. А наша Columbia Pictures опять представляет мега-блокбастер, где дядя за нас все решает. Но мы не сдадимся под тяжесть оков, скажем системе устою fuck off. Боли нет, нету работы и нету рабов. Боли нет, нету работы и нету рабов. Супер. Спасибо. Ну, вот. Дякую. Для вас работа и раб – это однокоренные слова? Очень похожие. Очень-очень похожие, потому что оно производное, по-моему, да? Работа, от слова раб. То есть музыка все-таки не раб, вы не раб музыки, да? Но это все-таки или какое-то это, такое это пение рабство? Души, и это оно как будто бы из тебя изнутри прет, это не то, что ты там себя заставляешь. Вот. Поэтому рабством это не назовешь. Это как будто бы искреннее такое какое-то дыхание. Ну это любовь. Любовь это же не рабство, правильно? Верно. А почему вы так мало поете на белорусском? Практически не поете. Вот недавно записали песню, да? По-моему, первая. У меня тройки были по белорусскому. У нас была учительница с таким хриплым языком. Ну, голосом. Голосом, да. И она такая, как будто пенопластом по стеклу. Я такой, а, блин, что-то мне не привился он. В семье не говорят? Не говорили? Нет. Нет? Ну, вы владеете белорусским вообще? Можете? Так дрянно. А лишь дрянно. Ну, акцент у вас легкий есть, легкий. Все равно да. Вот слышно, что да, что вы белорус. Если бы я не знала, кто вы, если бы так вот посмотреть, подумала бы там скандинав какой-нибудь или там. Ну, мне подарили словарик. Что-нибудь такое. Белорусскомовные друзья. И сказали, вот он тебе поможет в написании следующего хита. Ну, белорусский акцент такой, сексапильный достаточно, поэтому нормально, можно, можно. Да. Я думаю, что аудиторию можно расширять уже. Да. Хорошо, а что тогда подтолкнуло к тому, чтобы написать таки на белорусском песню? Просто
как будто бы мне хотелось достучаться вот этой композиции. И на русском она бы так не зазвучала. Угу. Вот. А на белорусском он все-таки родной язык. То есть я надеюсь, достучался. То есть корни все-таки дают о себе знать, да? Что вот это родное, это вот земля, вот этот воздух, этот Минск, Брест и все остальное, да? Скорее всего, я не углублялся до такой степени, чтобы там рыть. Ну, то есть просто захотелось. Это да, не был да, заказ, мне... это не были намеки какие-то, Юра, а почему же ты не пишешь на белорусском? Нет такого, никто не подзуживал. Это был просто какой-то крик души и все. Ну, потому что у нас-то в Украине как бы мовное питание, то есть языковой вопрос, он стоит достаточно остро, периодически с очередными выборами он обостряется, да, потому что тем более сейчас Украина в состоянии войны, поэтому все сложно с русским языком у нас. Ну, то есть мы-то им владеем, мы его знаем, мы сейчас с вами на нем говорим, но он на грани конфликта, да. Поэтому я и спрашиваю, почему вы? Потому что я знаю, что с белорусским языком с ним тоже происходит примерно та же история. У нас вся оппозиция говорит на белорусском. Оппозиция? Да. Это принцип, наверное, все-таки, да? Да, вот скорее всего. Ну, вы понимаете эту позицию? Ну, то есть в разрез вот как-то так всему... Конечно, понимаю. То есть не мешало бы подтянуть мне белорусский по этому поводу. Ну вот даем сейчас зрителям обещание, что раз уже есть словарь... Ну мне тяжело на нем как-то говорить. Мне больше... Ну не привыкли, просто не привыкли. Да. Но он мне приятен, да. Как и польский. То есть у нас же граница. То есть у меня до Тересполя километр от моего дома. Серьезно? Да. То есть можете так ходить. То есть, если я поднимусь на крышу там одной девятиэтажной девятиэтажного дома одного, то есть у меня видно в Тересполе церковь. Угу. Музыканты не ревнуют к вашим сольным концертам? Да ну чего? С чего бы это? Наоборот, радуются. Чего? Отдыхают? Не знаю, просто по-дружески и все. Они приходят на ваши сольники, когда они там, у них выходной, отдай дорогу. Да. Серьезно? То есть мы с Ильей, с нашим барабанщиком, писали мне такие минусовки. Потому что первый концерт акустический у меня был просто вот под гитару, как я сейчас исполнил. Ну, все такие вот качаются, а как правило, у нас такой кирогаз на электронике, то есть, ну, на тяжеляке. И обычно такой дурдом, и людям как бы хочется хоть немножечко попрыгать, и нет вот этого бита. И мы с ним прописали, за что я ему как бы очень сильно благодарен, как бы, ну, у него дома уделили, то есть несколько недель, писали с ним вот эти вот минусовки, прописали просто барабаны, легенькие там фортепиано какие-то там, пару синтов. Создали, да? Да, и, короче, я под них, ну, очень хорошо вписываюсь и... И барабанщик выходной, опять же. Да, и у нас как бы полноценная пачка такая, но она не слишком сильно такая оснащенная, она как бы тоже и редненькая такая, чтобы не казалось, что я там один, а тут вдруг какой-то оркестр. Вот, и как бы так поприятнее будет. Ну, все равно такие более камерные штуки получаются, да, вы ближе к публике, или все то же самое? Все то же самое, просто больше качает, народу есть что поколбаситься, вот. Покивать головой обычно под бочку, под такой то ритм это какой-то. Это вообще никак не меняет стиль, это никак не меняет... Нет, здесь немножко другая подача. Ну, стиль как будто бы не меняется, нет, но она, они как будто бы теплее, ламповее, душевнее, что ли. Ну, это мое такое ощущение. Но я пытаюсь это все передать, и потом люди, которые вот поприсутствуют и это самое, все послушают, и... Я думаю, у них точно такое же какое-то чувство возникает. Юра становится ближе. Ну, наверное. Потому что у нас в электричестве мы колбасим песни за песней. Я просто говорю, там, велик, там, или там следующее что-то еще. И, как правило, там у нас, вот, допустим, те же фестивали, у нас обрезанная... Конечно, короткая, ограниченная. Хочется же больше дать, да? Ну, да. И, допустим, и столько много песен хороших, ну, как вот Саша меня воспитал в этом плане. Я обычно, мне как бы все равно, там мы сыграем эту или нет, а потом говорит, Юра, так смотри, какую песню выбираем, велик там или там 10 миллионов. Я такой сижу, ну, а на самом-то деле как бы тяжело выбрать. А здесь, получается, на акустике я могу прикуривать, не знаю, пока клуб не закроется. Ну, и вот в итоге, как вчера получилось, я говорю,
что я бы вас еще, говорю, тут размагничивал бы еще минимум час. В общем, и народ кто-то там из толпы: давай на улице продолжим. Я говорю: давай. И мы пошли на площадь Свободы и орали еще до 2 часов ночи. Это в Харькове? Да, вчера. Ну, такое часто бывает или это? Нет, это вчера, вот первый раз такое было, да. Супер. Хотя я уже охрип и немножечко пожалел, потом думаю, прикольно будет. Ну. И там люди набрали пиваса какого-то, ну там кто на что гораст. Я пил кофе, вот. Даже цветы мне подарили, ну в общем было такой приятный вечер, такой теплый. Просто вот под акустику, точно так же, только я никуда не подключался, это было на площади Свободы в Харькове. Очень замечательный вечер. А кто ваши музыканты? Расскажите о них немножко. Барабанщик Илья Терещук. Что самое приятное, один из, то есть участников с образованием музыкальным, потому что у меня его нету, и у Саши, нашего бас-гитариста, тоже. Вот. У Ильи за плечами там... Консерватория? Нет, чуть попроще, но как бы он знает всю грамоту, сольфеджио, там даже многих исполнителей... классических. Разбирается. Да, в общем, понятно. Да. Ну и в отличие от нас, он там знает как нотную грамоту и все такое, типа раскладывает, потому что я обычно объясняю все на пальцах там. Ну, как бы, что очень даже, может быть, сожалею, но на самом-то деле сейчас, допустим, чтобы записать какую-либо мелодию, это нужно было блокнотик, там какие-то ноты знать, там тот же Бах или Бетховен, все это как-то конспектировал. Сейчас у меня есть диктофон, поэтому я не сильно страдаю. Напел? Да, я там напел, что мне там пришло в голову, и тем самым как бы я потом пользуюсь. Вот. Окей, барабанщик поэтому... самый умный у вас, самый образованный. Да, грамотный, да? В этом плане. Грамотный, басист. А Саша, у него, он работает закройщиком на мебельной фирме, на швейной фирме. И как бы, ну, параллельно, вот. Точнее, какое-то время не работал, сейчас решил чуть поработать, потому что у нас много свободного времени. Ну, и там хорошая зарплата, швейники как бы не обделяют, ну, и как-то там, вот. Хотя, может быть, об этом не надо, не стоит говорить, это чушь. Короче, ладно. Но басист хороший. Да, все очень грамотные, да, сейчас у нас состав мировой вообще. Вот. И, ну, это всего лишь для того, чтобы не быть тунеядцами. Вот я тунеядец. И недавно у нас вышел закон немножечко придушить тунеядцев. Обложили налогом. Как в Советском Союзе когда-то. Да, вот, то есть, если ты тунеядец, ты должен платить там, не помню, там, 300 баксов в год. А не тунеядец, это кто? Кто официально оформлен на работу? Да, да. И мне там нужно было бумагу там какую-то найти, что якобы я трудоустроен. И, в общем, да, попарился. И потом, ну, все это дело отменили. А многие уже, заплатили эти деньги. Возвращается, получается, так, вот. Беларусь. И ребята трудоустроены, как бы один я такой лымарь. Ну, вот. Вы же еще и художник, кстати. Давайте вот об этом еще поговорим. Любитель. То есть у меня тоже нет какого-то образования, чтобы я там назывался художником. Как бы. У меня нету там... документа никакого. Ну, и... да лучше на выставках участвовал. Лучше любого документа же говорят ваши работы, правильно? Бумажки бальзамом. Чин-чин. Да. Ну, в общем, картин как бы хватает. Я взялся за полотна очень большие, благодаря моему другу Вове, потому что у него очень-очень длинный Ford Transit. Туда влазят, загрузить. Да, туда влазят очень большие картины. И вот я смело взялся за формат 2х1.5. Монументалист практически уже, да? И что, заказывают вам что-то? Заказов нет. Но могут быть. Целый год живописи. И не жалею. Заказы будут, сейчас вот услышат. Вы что, получить картину от самого? Ну, я пишу маслом на холсте, на загрунтованном. Все очень серьезно подошел к этому вопросу, чтобы она как бы не состарилась там раньше времени, потому что хотел там снежкой писать, потом говорят, что это строительный материал, он там, у него формула такая, чтобы он через 5 лет просто высох и облетел весь, или там пожух.
или что-то с ним случилось. В Украине многие художники, многие рок-музыканты, кстати, рисуют, и это имеет спрос, потому что получить картину там от Юры Журавля, например, да, от там лидера рок-группы, это же супер, это же уже не просто так, да, это же повышает От винта, да? Да, повышает его баллы вообще и там в глазах фанатов. То есть, кажется, вам стоит вот поменеджерить этот вопрос. Я акцент на это не делаю, что я там вот, посмотрите, какой я крутой музыкант, и, естественно, крутые у меня картины, и, то есть успевай, только успевайте. То есть они у меня лежат, одну я, конечно, продал, потому что то есть замечательный человек появился в моей жизни, и он говорит, давай я тебе ее куплю, потому что у меня нет ни одной картины дома. А у него очень большой дом, даже два дома. А картина маслом это не фотография. Вы знаете, это не принтер там какой-то, и не постер. Вы знаете, что вы один из самых известных холостяков в музыкальной Беларуси? А вас так пишут. Что-то такое слышал, какие-то отголоски долетели до меня. То есть, ну, вот вы попадаете даже в гламурную хронику. Ну, вот как я это называю, да, вот желтая пресса, она же любит копаться там в подробностях, в закулисье, там, на заднем дворике, да, у музыканта, у писателя, у художника. Ну, пускай вот вас вообще как-то это трогает, эти брызги вообще? Ничего, это, ну... вообще абсолютно никак. Пускай, ну, это точно так же, если бы вам говорили, там, допустим, даже не могу предположить что-нибудь там. Да. Ну, что вы там поменяли там какой-то род деятельности или там что-то. Нет, нет, абсолютно. А пол, об этом бы узнал бы, наверное, весь Днепр, если бы вы поменяли пол. Конечно. Ну вот, на все интервью попали бы. Ну, а это, то есть, обычная такая какая-то обыденная... Возня такая. Возня, да. Кто-то не женат, ну и что? То есть, ну, я посвятил как бы... наверное, всю свою жизнь, как бы вот творчеству, панк-року, и как бы можно даже, может, где-то не упустил, или, скорее всего, я не упустил. Я не жалею. Мне кажется, женятся люди тем, кому очень скучно в жизни. Что для вас панк? Я не знаю. То есть это... Как-то мне тяжело передать словами. Это свобода. Ну да, это, во-первых, это какая-то свобода для меня. А что такое свобода тогда? Окей. Ой, это надо философию какую-то рубить. То есть я до такой степени еще мудр. Это независимость от чего? Вот для вас. Понятно, что у каждого свое, да, там. Ну, от семейной жизни, допустим, да. Ну, то есть, свобода. На каком-то примитивном уровне и таком простом. Это, скажем. Нет такого, что я, скажем, по будильнику встаю, у меня какой-то режим, я как робот куда-то валю, я под какой-то этой системой, под каким-то колпаком, я что-то кому-то обязан. Нет. То есть свобода от системы. Да. Для меня это именно вот это проявление. Но вы же живете в Беларуси, где очень сложно быть свободным от системы, насколько я понимаю. Пытаюсь. Ну, по крайней мере, нам так рассказывают. Я не знаю, я там не живу, да? Это действительно так? Ну, у нас, скажем так, очень все строго. И все немножечко такие, как будто бы такие сутулые ходят. У меня такое ощущение. Угу. Вот, скажем, живой пример тому, что сейчас у нас в Бресте строится под Брестом, ну, то есть в СЭЗе, аккумуляторный завод. Собрано более 40 тысяч подписей. Против завода? Да. Но все молчат. Чиновники типа вот так. И повлиять на это пишут письма там президенту, и как будто бы резонанса никакого, и уже митинги хотят. И есть такие люди, которым не все равно. Они собирают вокруг себя людей, которым тоже не безразлично все это. И за одно слово, допустим, что я пойду на митинг, то есть я могу сказать, но если я предложу вам, вы пойдете со мной на митинг, мне сразу же влупят 50 базовых. Это, по-моему, 200 баксов. Нет, больше, каких 200? 500, если я не ошибаюсь. То есть свобода... То есть моего друга оштрафовали за то, что он, то есть, сказал своему другу,
И они выложили это видео на YouTube. Типа, пошли на митинг завтра. Это уже называется там подстрекательство, да? Подстрекательство, статья, как бы, и... То есть свобода это и не, был суд, и все, не сутулость, и... да? Скажем так. Да скажем, ну, на хотя бы на вот каком-то таком примитивном уровне, что я, допустим, хочу высказать свое мнение, пойти. Вы у нас такого не сделаете. И при этом вы достаточно свободный музыкант. Вот как вам удается этот баланс сохранять? Вы въездной, да? Что не всем дано. Вот Михалку, было, я так у нас, понимаю, уже не дано въехать. У нас было время, когда нам очень сильно закрутили болты все, и мы, то есть, мы не могли участвовать ни в каких фестивалях там в Бресте. И, то есть, нам многие клубы говорили, что типа, ребята, только не вас, или там, допустим, только не эта песня, потому что клуб закроется. То есть, дорогу не давали. Да, очень туго было. А потом, наверное, доперло, что, ну, там, до кого-то, что мы все-таки, ну, то есть, теряется какая-то культура и идентификационность, и, короче, все-таки многим музыкантам, скажем, там, Крамбамбуля была запрещена, Нейродюбель, потому что они выступили за, там, на Дне воли, там, в каком-то году. А было время, когда им даже невозможно было выступить где-то там с песнями на радио, там их нигде не крутили. В общем, это их полностью обрезали. Вот. А вас на радио крутят? Нет. Я не знаю, какой там у них формат, да. Но почему-то боятся, я не понимаю почему. То есть мы еще не прорвали вот этот кордон такой, типа, чтоб якобы... То есть мы еще в полном андеграунде, мы не попса. А по телеку вас там показывают? Мне кажется, это прикольно. Ну, конечно, да. Нигде нас не показывают, нигде не крутят. То есть, вот Женя, наш администратор, посылал там записи, там наши клипы форматные, ладно, чтобы там был какие-то нецензурщина там, или политика, или еще что-то. Песня про любовь. Ну, что-то там носом воротит. Многие редакторы говорят, ой, ребята, что-то там какие-то отмазки придумывают, я не понимаю, какой-то табу наложено. Можно схитрить, пускай... можно поменять название и сказать, что это вот, вот это вот вы поменяли направление. Какие вы хитрые. Да, и прийти с песней про любовь. Да, да нет, там такое не проканает. Ну, в общем... А, ну, с другой стороны, зачем? Вам же хорошо в андеграунде, правда? Это меня радует. Вам же хорошо в андеграунде. Пускай запрещают. Да, конечно, это же более привлекательно. Что сейчас пишется? Что сейчас с музыкой? Есть новый альбом в работе? Да? А, у нас? Угу. Да, да, пишется новый альбом. Но я почему-то не могу его так как-то взять и так быстренько хлоп, потому что уже, получается, третий год пошел, когда мы на прикурке. Вот, и народ уже там, а, когда? Уже, мне уже заколебали все. Вот, ну я что-то... У меня нет такой формулы написания какой-то там, что вот... Я не спешу, потому что у нас даже, помню, был период, когда 4 года ничего не выходило. Вот. Ой, я смотрела ваше видео, где вы рассказывали, как написать хит. Вы там говорили, что ты должен сначала вот почувствовать приближение хита. Ну да. А если ты не почувствовал, а если ты не почувствовал, то... Так это каждый человек это чувствует... Не знаю, в течение 20... А если он не приближается? В течение... Значит, у вас запор. Хитовый. Ну да, каждый человек может выдавливать из себя в сутки по хиту. То есть вы считаете, что к творчеству способен каждый, да? Ну да. Да. Да ну ладно. Нужно только почувствовать его. Что он вот так надавливает и ползет уже. Вот надо посмотреть видео, правильно? Мы сейчас говорим о каком-то непонятном. Мы покажем, если надо. Что многие не врубаются, что к чему. Ну, в общем, да. Ну, и я, в общем, как бы, может быть, могу высирать, как мы назовем это слово, вот, в день по хиту, но точнее не по хиту, а, скажем, по такому псевдо-хиту, которому очень будет сомнительно. По типа, продукту, что это за песня, по продукту. Да. И мне хочется, наоборот, каким-то концентратом выдавать, чтобы это не просто было там трали-вали, могу вот сейчас вам, не знаю, напеть там, как мы сидим с вами, пьем чай, как хорошо нас объединяет эта тишина, а везде камеру, как это здорово, как это творчески, но это будет Мороз Иванович. А какой у вас главный хит? Вот ваш главный хит, «Удай дорогу». Вот на все времена.
Не знаю. Ну, людям нравится там по синему и прыгай в коляску. Угу. Ну, как бы. Всегда возможно. Всегда требуют. Да. По синему. Ну да, да. То есть без него, без по синему, как будто бы это уже не выступление было. Хотя для меня, ну, возможно, он как-то так таким штампом просто, типа, вот, бах, вот оно, типа, наше как бы лицо. Но я эту песню придумал просто по приколу, мне хотелось выстебать этих синих, а мне многие звонят и говорят, а мы здесь по синему, Юрец за тебя, я думаю, блин, деградация, мамочки. То есть они этой вот иронии не поняли, да? Они ну, решили, как бы, что вот это гимн синих, да? Ну, как-то так, да, получается параллельно. Но многие, конечно, и догоняют, и все это просто с приколом, потому что, ну, как, бухают, потому что все это у нас, типа, в крови, это любое застолье. Ну, и сопровождается, естественно, какой-нибудь такой темой, как по синему, там, или там, как ну, у Ленинграда, вот, там одни песни про бухло. И, вот, ну, Михалок же теперь ЗОЖ. Ну, похвально. То есть я снимаю шляпу. Хотя мне, ну, как бы и близка эта тема вроде бы, потому что у меня есть стаж, я очень когда-то сильно и блевал, и мне было плохо, но я как бы обязан был, мне было интересно. То вот есть надо пройти этот путь. Панк-рок, да. Ну, это хорошо, что я не подвис, я там испортил себе желудок, может, поэтому сейчас это все мне чуждо. Вот. То есть вы не советуете молодежи идти вашим путем, да? Ну, как бы можно попробовать, можно, но вовремя нужно с этого всего спрыгнуть. А если силы воли нет? Ну все, тогда вам торба. Тогда надо обращаться там куда-нибудь с молитвой, либо каким-то там знахарем народным, чтобы тебя отшептали там, или не знаю что. Ну потому что это когда это затягивается в определенный период, когда ты уже не контролируешь там, что у тебя будет, и когда это влияет на твое будущее, на, ну, какой-то там, на твою жизнь, то есть на, еще и на окружающих, когда от тебя отказываются родные, там, близкие, друзья, а они все вот так вот, это сейчас тебе кажется, что этот двор и эти вот кореша, это у тебя на всю жизнь. Нифига, 5 лет или 10 лет пройдет, и уже никого нету вокруг, и ты уже такой под наклоном где-то в канаве. Послушайте песню по синему и поймите, что это все-таки троллинг, а не гимн алкоголизму, да? Если бы вы родились девочкой, как бы вас звали? Юра, может, тоже на 3 буквы Юля, не знаю. Или Ира. У меня сестра Ира. Если бы я чуть раньше бы на 5 лет родился, получилось бы Ира. У меня сестра родная, ее Ира зовут. Я через 5 лет родился, меня назвали Юрой. Попейте водички. Я не знаю. Ну и что? А какое это имеет отношение? Ну, просто интересно. Вот вы ощущаете в себе какое-то вот женское начало внутри? Говорят же, что все люди имеют 2 начала. Вот если бы я была мальчиком, меня бы звали Борис бы звали. Да? Ну. По какому-то календарю, я не помню, по какому-то японскому там или там. То есть можно вычислить, кто-то был в прошлой жизни, и если я не ошибаюсь, мы как-то вычисляли это. Но это было очень давно, и я был японской учительницей. Где-то там в Японии, наверное. Отлично. Ну. Прикольно. Надо написать об этом песню. Ну да, может быть, кстати, как идея. Только это получается, что дальше? Потому что, по-моему, по реинкарнации мужчина — это уже крайняя стадия, а дальше ты уже должен или в небеса улететь, либо в комара превратиться, не знаю. Смотря как ты прожил житуху. Если без косяков, то, наверное, все-таки вечная жизнь будет. А если где-то накосячил, торба. Я немножечко верю в это. А вы нет, Боря? Уже почти да. Давайте что-нибудь еще споем. Еще споем? Коротенько, да. А какой вам жанр? То есть больше... Жанр? Да. То есть боевик там какой-нибудь, мелодрама. А у вас на все вкусы есть? Ну... Кроме ужасов, хотя я им ужасы могу вспомнить. Что-то, что вы будете петь, что вы поете вот на своих акустических концертах обязательно. А есть лирика, давайте лирику. Песня про любовь. Она до такой степени искренняя, я помню, когда я ее писал. Я на 2-м куплете уже рыдал почти. Уже такой сижу, у меня такие вот так вот слезы натекали.
Короче, лишь бы не нареветь сейчас. Ну, наверное, потому что я все это я как бы прохавал. С тобой так и не встретились, хотя ходим каждый день одной и той же дорогой. Вряд ли когда-либо виделись, но мечтаем хоть когда-нибудь друг друга потрогать. Я сколько жил о тебе мечтал, ты героиня всех романов, по которым я бредил. Сколько желаний я загадал, теперь, пожалуйста, исполни, чтобы я это видел. Этот город давно по тебе скучает. Где-то на глубине этот город во мне и тебя не знает. Выходи, выходи. Он умирает. Вот он под кожей моей огонь, и не погаснет, пока не согреешь ты свои руки. Дай мне скорее свою ладонь, пока мы в этом городе не одурели от скуки. Может, он губы твои сосет, но только это делать просто ты ему позволяешь. Скоро планета с ума сойдет, и апельсины ты мне принесешь, моя дорогая. Ты бы просто могла бы яркой быть и такая живая. Я родил бы двойню с молоком, да для тебя, дорогая, личным визажистом посвящать хиты и рвать тебя ночью. Может, только сейчас ты все поймешь, конечно, если захочешь. Этот город давно по тебе скучает. Где-то на глубине этот город во мне и тебя не знает. Это что-то в тебе, это где-то во мне высоту теряет. Этот город давно по тебе скучает. Выходи, выходи, выходи. Дякую дуже. Дякую дуже. Дякую і вам за увагу. Це була програма «Пані та панове». Сьогодні у нас в гостях був пан Юра Стильський, лідер гурту «Дай дорогу» з Білорусі. Дякую вам. Мені дуже приємно було з вами пообщатися. Навзаєм.